Нашелся тут, с батькой тягаться хочет. Эй, друзья, Диего на связи, а это, как всегда, выживание на Ark Survival Evolved классиках. Обязательно ставь лайк и подпишись на канал, если не подписан. Надеюсь, этот ролик тебе понравится. Поехали! Все, Игорь, пошли за нас руками. Нет, иди сначала став с Пашей делай. Я сейчас стрелял на чем-то иметь, Игорь. Бля, я согласен. Игорь, да, куплю координаты Игоря. Не, вы слышали это? Это просто был сигнал к битве. Ну и как всегда началась битва на базе. Приятного просмотра. Нашел тут умный. Да все, Игорь, ты отгиз. Теперь я бичара пацаны. Угу, умный. Нашелся труповый пэшер тут. Скажите, ребят, сверх-ТТ, который сейчас на втором этаже стоит, заберите, пожалуйста, волокно, кожу сделайте, закиньте там аргента. Нам было не до волокна, битва продолжилась. Игорь, вернись, я все прощу. Слышите меня? Да. На котором я сижу. Ай, затупан. Рачок, блин. С батькой тягается, хочет. Верный зурил, да? А у тебя болосов больше не было? Не опасен. Зря погиб. Игорь, сейчас ты отлетишь, смотри. Данька все не унимался, пришлось показать ему батьковский скилл. У тебя один крюкошка заряжен, да? Она тебе не поможет, затупаница. Сейчас я тебе покажу, что мне поможет, если вот тут летел. А, блин, молния не работает. В буре не работает крюкошка? Крепот не работает. Что вы, эфики таскаете? Бедуины? Чё, бедуины? Это Даня бедуин. Седло надо на халикатере 35,6 защите. Нет, не снимай, брак. Надо. Бедуин, блин. Нам весь мусор надо. Нашелся тут, с батькой тягаться хочет! Кто ж ты такой, чтоб с батькой тягаться? Нет, Даня, просто ты не знаешь, что такое сдаться. Со второго этажа сверстака принеси мне дерево, волокно и кожу. Там забери, ты сразу принеси мне маргенты. Игорь, чекай, если сейчас ты принесешь волокно и кожу, то ты получишь. То я возьму огнемет. Игорь, ты дурак? Чего спир болтается в воздухе? Уберись, 4. Никто не уберется, ты меня будешь дубинкой бить, дурачок. Не бей меня, дурак, она затонирует. Затупал. База взорвёс! Ой, Даня, ну баз, базу разнёс. Мне ресурсы поднесут или нет? Даня, рачок, базу разнёс. Принесите Паше ресурсы. Да какие ресурсы, Даня, базу разнёс. Он сишки базу разнёс. Тупой Игорь. Даня, нахрен ты базу разнёс? Упырёныш. Я записываю, короче, последние 5 минут и скидываю. Будь чинить, чё. Да, да. Личная работа. Строить будете сами. Туалет, да, наверное, и... ещё сломал затупан, да? Я тебе русским языком сказал, если ты меня будешь бить, она сдетонирует. Тут я просто начал нести бред. Так, а не нужно было крепить её? Алло! Зачем ты накрепил её? Смертник! После этой битвы восстановил часть базы, проводку и удивился, потому что с проводкой у нас на базе были проблемы. Я решил ее переделать. Да я говорю, до конца жизни можно что-то делать. Как на дачу, когда приезжаешь, значит надо сделать. Ну понимаешь, это вот как будто мне одному надо. Тут побегали, вив покидали, подропали и пошли. А что с проводкой? Проводка просто была в открытом доступе. Бери огненную стрелу, да взрывай ее. Вы удивитесь даже, что произойдет. Да не, ни одному, просто Паши нету, и меня вот видишь... Паша есть, вот, там змеи ползают, когда Паша есть.
Змеёй я называю проводку, которая ползла у нас там по лестницам. На открытом воздухе, понимаете? Как змея, вверх. Так. Паша, на Пашу надеется строитель года, блин, Паша. Вы можете видеть проводку, которая ползает там по лестницам. Я попытался закрыть ее, чтобы хотя бы нельзя было огненной стрелой взорвать. Так, слушай, давай вот от этих типа ветряков просто проведем всю проводку общую, чтобы остальные геники включались, когда их сломают, только вот эти два ветряка. Как думаешь? Сейчас, кажется... сейчас, подожди. Это не ветряки, это залупенцы. Подожди, так ты дверь заблочил тут теперь. Там нет двери, нехрен туда ходить. Закрой дверь! Эта дверь теперь никуда. Вот этот ветряк я ломаю, он тут вообще ни к чему. Подожди, а что ты не хочешь здесь дверь сделать, ну типа, вместо стенки, чтобы тварной дверь? Что ты угораешь? Мне вообще не до смеха. Из прохладной теплицы. Генератор, да? Унеси этот витал, пожалуйста. Какой? Вот. Хуя нам теплица, если металл в будке жарче, чем теплица. Все, доты разваливаются. А жизнь. Это рай для рейдера. Рай, блин. Сейчас прилетят пасты, попросят. Вся база рухнула. Вся база опустилась! Реально все турки, кроме шуток, опустились сейчас. Быстро! Пацаны, быстро! Вы представляете, от одной проводочки, которая на улице, зависят турели всей базы. Ё-моё! Что ты тут делаешь? Я хз, как эту цепь включить обратно. А ты даже лестницу обвалил, подожди, даже не подняться наверх теперь. Почему все турки опустились? Темно стало, потемнело. Кричи через шиф срочно, весь кёрч. Включите как-то, и пацаны. Я хз, как это выключилось. Получается, у Паши на одном прям проводке вся база держалась. Да, да. Вот этого, который стоит прям на улице, который точно сломают. Покажем потом Паше. Подожди, я чиню генераторы, если у нас, типа, вот, они были подключены к ветрякам. Почему туда такой я не нужны вообще? Поднимись, пожалуйста, наверх, посмотри, почему турки выключены до сих пор. Я генератор врубил. Потому что надо вот к этой турке слева подойти и дать ей команду включиться. Слушай, включи все на свете. Все сейчас. Поднялись? Нет, подожди. Сейчас, 10 секунд. Все поднялись, красава. Вот такие дела, ребята. Вы говорите, ПВП. Но тут еще с базой разобраться надо. На этом наше видео подходит к концу, друзья. Обязательно ставьте лайк, если еще не поставили. И пишите свое мнение обо всем об этом в комментариях. Если вам хоть немножко понравился ролик, не забудь подписаться. С тобой был, как всегда, Диего. Пока-пока.